Ребят, добро пожаловать на подсолнечную кухню. Сегодня 4 января, и пора уже что-то делать со своим животом, который устал после праздника. Сегодня мы с вами приготовим диетический, но очень витаминный салат с очень полезной добавкой. Салат очень вкусный, и наш организм ему очень обрадуется. Что нам для него надо? Для него нам понадобится половинка капустинки. Если у вас много людей, то можете порезать всю. А красный сладкий перчик, который я разрезала на две половинки. Лучок сдался бы зеленый, но у меня нету. Примерно треть зеленого огурца. Целая морковочка. Очень бы подошла репка, конечно, но репки у меня тоже нету. Зелень, петрушка, укроп и яблочко. Начинаем резать, шинковать капусту. Перчик нарезаем соломкой тоже, чтобы он нам был под стать нашей капустке. Добавляем перчик нашей капустке. И теперь кубиками порежем яблочко. Примерно вот так. Трем на крупной терке морковочку. Порубили петрушку и укропчик. Теперь добавляем в наш салатик. Очередь лучка полуколечками, очень тоненькими. И теперь пришла очередь нашей клюковки. У меня ее тут жменька. Сейчас ее тоже вот порублю. И мы ее выбросим в салатик. Клюковку выкладываем сюда. Солим. Сахарим. Добавляем яблочного уксуса. И теперь все это руками перетираем. Нам нужно, чтобы наша капустка и все овощи пустили сок. Иначе салат будет сухой. Поэтому рукой хорошо все вместе. Вот я его перетерла. И теперь оно у меня вот так вот чудесно все выглядит. И видно кусочки клюковки, да? Он не просто вкусный, он еще и очень красивый. И теперь мы соломочкой режем наш огурчик туда. Почему я его не порезала раньше? Да потому что я не хотела, чтобы он весь истек водой. Потому что, сами понимаете, огурцы это 90% воды. Поэтому мы теперь, когда мы, наша капустка уже пустила сок, мы рядом с капусткой порежем огурчик. Огурчик сейчас добавит свежести в наш салатик. Наш салатик будет совсем уже очень-очень ароматный. И все. Теперь немножечко подсолнечного масла. Если вы не будете добавлять никакого масла, этот салатик сработает как щетка для вашего кишечника. Он сработает как щетка для кишечника по-любому. И теперь мы можем салатик брать и накладывать. У меня все одной рукой. Нашу красивую мисочку. Он, конечно, радует глаз своим разноцветием, но он еще порадует ваши вкусовые рецепторы, да? Он очень порадует вашу талию, вообще весь организм всеми вот этими вот полезностями. Такая красивая витаминная бомба у нас получилась. Теперь, чтобы еще добавить очень полезный ингредиент, это перетертые семена льна. Омега-3, которыми посыпаем наш салат для хрустинки. И теперь, если вы это съедите, ваш организм скажет вам огромное большое спасибо. Всем спасибо, что смотрели. Приходите на канал еще. Подписывайтесь, ставьте лайки. До следующих встреч.